Классический белый цвет выигрышно смотрится на дорогах и привлекает внимание. Этот X-Ray отправится в Мордовию. Автомобиль губернатор приобрел для своей семьи. В автосалоне глава региона оценил качество приобретения. X-Ray ничем не уступает иномаркам, а по некоторым параметрам превосходит модели ведущих зарубежных марок. Салон отличается комфортом, а сборка на совершенно новом уровне. Даже двери скрываются бесшумно. Все очень спокойно, свободно, без шума. Я знаю, что выход на конвейере очень высокий, процент годности, очень высокий, европейский, абсолютно европейский. За счет того, что все детали отработаны намного лучше. И когда по конвейеру идет, там рабочий собирает, оно все сходится правильно, все стыкуется. О высочайшем качестве вазовской новинки говорят цифры. 94% машин идеальны и не требуют доработки. При этом X-Ray изобилуют отечественными разработками. Наш мотор, система ГЛОНАСС, современная электроника, вазовское новшество, противооткатная система. Она позволяет удерживаться автомобилю на уклоне. Кузов тоже сделан на автовазе. Продажи стартовали несколько дней назад, а количество заявок уже внушительное. Спрос есть на данный момент. Я думаю, у этого автомобиля большое будущее. В первую очередь дизайн, это конкурентная цена, да, и само собой уже достаточно высокое качество по сравнению с иностранными автомобилями. Стремительно сердца потребителей завоевывает и новенькая «Лада Веста». Спрос обогнал ожидания. Уже продано больше 1000 автомобилей. Модели «АвтоВАЗа» вошли в десятку самых продаваемых в России. Мы очень большое внимание уделяем вопросам качества, точности кузова, точности комплектующих изделий и уровня прямого схода. Самая главная задача – это доставить потребителю только качественный продукт. В приоритетах и безопасность. После краш-тестов международного уровня «Веста» получила 4 звезды. Высочайший показатель. Примечательно, что такой звездностью не могут похвастаться популярные иномарки. В перспективе на автомобили «Веста» и X-Ray планируют пересадить сотрудников регионального правительства, а иномарки автопарка будут продавать с аукциона. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.